Справиться со страшным недугом в силах помочь только врачи и самые близкие. В Центральной городской библиотеке на этой неделе состоялось бесплатное занятие для всех желающих в рамках проекта «Школа пациента». На эту сентябрьскую встречу, а проводятся они каждый месяц, активисты приглашали как людей, страдающих онкологическими заболеваниями, так и их родных. А темой урока стала поддерживающая терапия в период химиотерапии. Многие заболевания онкологически сопровождаются дополнительным лечением, проведением химиотерапии. Лечение достаточно тяжелое и требует помощи в периоды между курсами терапии. Такие курсы помогают челнинцам больше узнать о заболевании и понять, как правильно действовать близким в тех или иных случаях, чтобы помочь родному человеку, оказавшемуся в тяжелой ситуации. А проходят занятия школы пациентов в Набережных Челнах ежемесячно. Каждое посвящено отдельным ситуациям, связанным с жизнью пациентов, имеющих онкозаболевания. Лекции проводят практикующие врачи, юристы, а также психологи. Уже давно признано врачами и учеными, что онкология является психосоматическим заболеванием. И лечить тело, не леча при этом душу, как говорил Сократ, просто нельзя. Но мы будем давать рекомендации и родственникам пациентов, и самим пациентам, как не сдаваться, как не впасть в депрессию, откуда черпать силы для борьбы с этим заболеванием.